Наша сегодняшняя прогулка будет по романовской стороне города Тутаева. Если вы посмотрите на панораму левобережной части города Тутаева, то на одном из холмов обязательно увидите красивый старинный дом. Это дворянская усадьба Зацепиных. Она расположена на месте старого городища романовской стороны. Современный адрес – улица Крестовоздвиженская, дом 45. Усадьба принадлежала дворянке Анне Константиновне Зацепиной. Дом построен в первой половине XIX века. После 1883 года дом перешел во владение Жеребцова Михаила Ермолаевича. Мы пошли прогуляться к Крестовоздвиженскому собору. Забрались на земляной вал и обнаружили на нем тропинку, которая вывела нас на берег Волги. Виды отсюда открываются потрясающие. Здесь приятно наблюдать за живописными закатами. Полюбовавшись на природу, мы пошли дальше по тропе и дошли до забора усадьбы Зацепиных. Я решила поснимать через забор. Дом и придомовая территория впечатляют своей красотой. Нас заметил хозяин усадьбы Сергей Левашов, любезно пригласил к себе в гости. И мы, конечно же, не отказались. Как можно упустить такую возможность окунуться в историю и увидеть все своими глазами? Предлагаю и вам посмотреть на эту красоту. Сергей и его супруга Елена занимаются ремонтом и восстановлением усадьбы. У них в планах открыть тут частный музей дворянского быта. Ранее, когда этот дом принадлежал другим хозяевам, тут тоже был частный музей и гостиница. Я тут была 11 лет назад. Вот несколько старых фотографий. Сейчас знакомство с территорией у нас началось с сада. Территория ухоженная, все кругом цветет. Аккуратный газон, цветы на клумбах и в изысканных вазонах. Зойка маленькая, ты такая зойка. Зойка такая. Есть две беседки. Одна открытая, расположена ближе к Волге. Вторая закрытая, застекленная, в глубине сада. К ней ведет вот такой милый мостик. Она очень уютная и обставлена в стиле тех давних времен. Удобная плетеная мебель, самовар. Все готово к чаепитию. Приятно тут посидеть. Сам дом стоит на высоком каменном фундаменте. Его главный фасад украшен портиком и высокими деревянными колоннами во всю высоту здания. Если посмотреть со стороны двора, то дом имеет два этажа. Мы заглянули в подвал. Он уже полностью восстановлен. Сергей рассказал, что в этом подвале за столько лет скопились горы мусора. Сейчас тут все очень культурно. Отмечу, что в подвале очень холодно. Не зря их используют в качестве естественных холодильников. В дом мы вошли со двора. В здании вовсю идут ремонтные работы, видите сами. А, это как раз вот то крылечко. Осмотр начинается с кухни. С зубцами, да. Ух ты, круто. Это вот старая печь.
Ну, конец 19-го, начало 20-го. Труба для самовара. Выход. Открываем, выход. Сюда вставляем. Здесь самовар и на самоварном столике. За кольцо гирька, рассчитанная под пружину. Это вытяжка. Момент немецкий. Это вот то, что на колонны выходит, да? А, ну вот там колонны. А не, колонны вон там. Это как бы так, ну, типа столовой вот. Вот изразцы тоже. Сохранившиеся? Нет. А. Купленные, тоже 19 лет, но не из этого дома. Здорово. Из Рыбинска мужчина. Вот такой красивый, видите? С косичками тут все. Кресло-качалка тоже такая. Ты красотуля, красотуля. В те времена, когда строился дом, тоже существовали свои нормы обустройства территории. И дворяне Зацепины также их придерживались. Для таких усадеб было обязательным наличие искусственного пруда и липовой аллеи. Некоторые липы сохранились еще с тех времен. Во время цветения тут потрясающий запах. Мы это ощутили сами. В воздухе пахнет медом. Пол здесь постелами. А это старая мебель? Да, конец 19-го. Будет музей дворянского быта. В 1920 году в доме был организован клуб и работала музыкальная школа. Также дом использовался как жилой фонд. Тут жила Лариса Дмитриевна Богородская, уважаемый в городе врач. Эти штучки как шпингалеты. А. Да, это вот из этого дома. Родные, в смысле? Это здесь поставили. Это двери на второй этаж, которые сделали. Вот тоже мебель. Стол вот письменный. Ванна. Это лапы от нее. Вот. Швейная машина. А, все, вижу, нужна. Вот ее там. Угу. Зингеровская. Нет? Не-не-не. Арон Бибер. Вы, наверное, не слышали такого. Я тоже. Хозблок. Хозблок, да. Итак, наша экскурсия по усадьбе Зацепиных подошла к концу.
Большое спасибо Сергею и Елене Левашовым, что пригласили нас к себе. Обязательно вернемся сюда, когда реконструкция закончится и откроется музей дворянского быта.